Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Ги. Мы сегодня с новой серией на проекте Amazon Holy Play. Пацаны, вы на предыдущей серии набрали, к сожалению, 300 лайков. Вы набрали там, по-моему, 240 лайков, поэтому давайте исправляйтесь. Набирайте на этой серии 300 лайков, и я иду записывать новую серию. Потому что я как бы стараюсь, снимаю, а вы лайки не хотите ставить. Поэтому, пацаны, набирайте 300 лайков, я иду записывать новую серию. Если вы хотите, чтобы серии выходили чаще, то побыстрее набирайте просто лайки, вот и все. Поэтому все зависит только от вас. Ну а сегодня я взял деньги и пошел играть в казино на все бабки просто. Я снял все деньги, которые у меня были, и пошел играть в казино. Серия, конечно, получилась не особо длинная, зато интересная, поэтому смотрите от начала до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Также не забывайте то, что у меня есть промокод. Пишите вместе капсом Кирилл Гейм. На 5 уровне получите 50 тысяч, на 10 уровне вы получите 100 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом сервере Amazon Holy Play. Желаю всем приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Минуточку внимания, хочу вам посмотреть интересный канал, называется он Dementro. Это парень, который снимает на проекте Amazon Holy Play, снимает серии частенечко, поэтому всем советую подписаться на его канал, реально пацан старается. Ссылочка на его канал будет в описании под видео, всем советую подписаться, снимать будем для бочка, разные серии, для новичков, поэтому я думаю, вам это будет полезно. Кого заинтересовало, заходите, подписывайтесь, ставьте ему лайки, ну и пишите приятные комментарии. Ну что, пацаны, полетели в казино проебать бабосики, потому что на Амазинге делать вообще нечего. Я даже не захожу в игру, но как бы видосики для вас нужно снимать, поэтому сейчас поедем в казино, попробуем испытать нашу удачу. Я возьму 5 лямов, возьму все свои деньги, ну и посмотрим, что из этого получится. Скорее всего, все проебу, но возможно поднимусь. Но это 1% из 100 просто, то что я подниму бабосики. Мурочка в порядочке, все заебись, пацаны. Вот я не знаю, чем вы занимаетесь каждый день здесь. Вот серьезно, пацаны, не проебывайте лето, блядь, гуляйте, ездите на речку каждый день, не знаю, гуляйте просто, не надо сидеть за компом все лето, это хуета, понимаете? Тем более на Амазинке. На Амазинке сейчас нечего делать, лучше, блядь, идите гуляйте, потом зимой сидите, задроте и, блядь, и все. Лето проебывать, пацаны, не надо, блядь, потому что лето бывает раз в году. Проебать просто лето за компом? Все лето. Это такая хуета, пацаны, я вам не советую. Я вот в прошлом году почти тоже не играл, как бы я в селе был и как бы нормально отдыхал. Поэтому, пацаны, вот серьезно, мой вам совет, не проебите лето, лучше гуляйте, отдыхайте, телочками гуляйте, за жопу щипайте, и все будет у вас заебись. Поиграть вы еще успеете, это хуйня полная, ну, поиграть вы реально всегда успеете. Тем более сейчас нам в один день нечего делать, забейте хуй просто, ну. И отдыхайте, просто отдыхайте. Бля, конечно, опасненько все бабки снимать, ну ладно, похуй. Бля, у меня еще випка через 3 дня кончается, вообще пиздец, пацаны. Реально пиздец. Кстати, кто не в курсе, у меня через 5 дней день рождения, то есть 22 июня у меня днюха, поэтому жду ваших поздравлений 22 июня. Вы мне всю личку засрали в инстаграме, там, в ВК, в ютубе, чтобы все было четенько. Так, давайте снимаем деньги. Бля, сколько у меня там денег, я не помню просто. Так, 4 миллиона 433 тысячи. Ну, почти 5 лямов, короче, нормально. Так, давайте мурочку сейчас подгоним туда. Ебать, у меня тут 30 FPS в южном, пиздец. Реально, я не знаю, что они с Амазингом сделали раньше. Без графики даже была соточка. Вот сейчас я графику если выключу, 39, 49 FPS. Ну, типа, реально, они что-то намудрили. Что-то реально конкретно намудрили с Амазингом, то, что FPS просто улетел, блядь, в жопу, нахуй. Бля, я не знаю, блин, играть, не играть, ну ладно, если захотел, то буду играть. Ну да, я поиграть пришел, только на нормальные ставки, там, по 500 тысяч, по ляму. Ты будешь Костю на 500 тысяч играть? О, мне чат разблокировали. Ну давай попробуем, братан, давай, давай, попробуем. Мне надо нормальные ставки просто, ну, я не буду же по 10 тысяч играть там, ну. Хотя бы по 500 тысяч поиграть, уже поинтереснее будет. Кирилл, на сколько играешь? Минимум 500 тысяч. Давайте минимум 500 тысяч, я ему говорю. Я обратно выиграл. Ебать его в рот, блядь. А прикиньте себе, так по ляму играл, блядь. О, ничья. Так, проиграл. Теперь я ему кидаю. 306. 500 тысяч. Я проиграл обратно. Я обратно проиграл, прикиньте. Ебать, я уже лям 500 проебал. Ничья. Понял? Ничья. Пиздец, я уже лям 500 проебал, пацаны.
О, вернул. Проиграл обратно. Пиздец. Не, ну это хуйня какая-то, конечно. Да ладно, похуй, в принципе. Это всего лишь верты. Во, заебись. Теперь я ему сейчас кидаю. Проиграл обратно. Ну, бля, стрёмненько, конечно, играть, блядь. Я никогда в стол не играл, кстати. Выиграл. Проиграл, блядь, заебись. Бля, это туда-сюда сейчас бабки просто ходят и все. А, ну все, я проиграл, да. Сейчас тупо падут сливы и пиздец. Вот когда ничья, это уже хуёво. Когда ничья, это реально уже хуёво. Так, давайте теперь я кидаю. Проиграл. Ну, пиздец. Выиграл. Тупо стол хуярим, ебать. Проиграл. Понял. Проиграл. Понял. Проиграл. Тупо одни сливы пошли. Проиграл. Ну, походу, я все слил, ебать, потому что, ну, это пиздец. Я пас, Киря, сори. Ну, ладно. Ладно, тогда будем искать кого-то другого, с кем можно поиграть. Короче, вы решили еще с ним поиграть, но уже по 300 тысяч будем кидать. Бля, нахуй мне кидает. До ничьи. Давай. Так, 306 тысяч. Че он отказался, ебаный рот? Ну, ладно. Бля, мне кажется, он как-то, у него какая-то тактика, сука, есть. У меня сливы идут, видите? Хуёво, блядь. А, окей. Вы выиграли. Так, нам нужна ничья. Вот и ничья. Так, дай 306, 300 тысяч, да? Заебись. Я, походу, сейчас все бабки ему солю просто и все. Потому что, блядь, я не знаю, че ему так везет. Мне вообще, вот видите, обратно проиграл. Выиграл. Заебись. Ну, блядь, недолго радоваться я буду. Согласен, да? Сука, ну пиздец, блядь. Ну что так казики мне не везет, пацаны? Я не знаю. Это какое-то проклятие, серьезно. Мне реально в казике никогда не везло. Вообще никогда. Ну вы видели, я тупо в минус всегда ухожу. Я тупо всегда ухожу в минус. Постоянно, сука. В минус просто ухожу и все. Видите, я не могу подняться. Это реально какая-то залупа, сука, а не казино. Вот видите, одни сливы идут. Последние 300 тысяч остались. Ха, я все. По нулям. Приятно было с ним поиграть, короче. Я уже все проебал. Заебись, короче. Нормально. Нормально сыграл с пацанчиком. Не, ну молодец, что поднялся, ну. А я все проебал. Бля, какой-то странный чувак, серьезно. Пиздец, бля, ты сливаешь. Я написал, я все слил, он пишет, дай денег, ебать. Заебись, конечно, заебись. Бля, тебе придется обратно в дальнобойщиках работать. Тупо 5 лямов слил, блядь, на ровном месте. Ну, типа, блин, похуй, в принципе, реально, это просто верты. Это просто верты, они пришли, ушли, ну, вообще похуй. Поэтому, по этому поводу переживать нету смысла вообще никакого.